друзья. Красота. Смотрите, какие недостатки можно сразу же увидеть и понять. В первую очередь в том, что я сейчас сижу на складном кресле. Что-то там разливается. Надо поворотом не ходить, чтобы здесь ставить кружку. То есть сильно длинную ты не поставишь, потому что можно сломать. Но надо поворотное. Шторки. Ну, понятно, декор здесь. Шторки. Здесь надо небольшую полочку, что-то еще тоже положить. Не хватает крючков. Блин, ребята, просто не делайте сразу крючки, а берите, покупайте крючки, которые на самоклейке. Ну, вообще, самый простой способ — это самоклейки, потому что ты поймешь, надо ли тебе эти крючки или нет, если ты не уверен. Я рекомендую просто штук 10 их купить. То есть наклеить здесь, где-нибудь наклеить здесь, чтобы ты мог понять, где тебе удобнее что-то вешать. Вот это реально очень нужная тема, что мы не купили. Может, сегодня в Минске купим этих на самоклейке. Да, друзья, с погодой нам не повезло. Вот так мы в итоге заночевали. Идет дождь, я не могу даже запустить дрона. Видно, что тучи тянуты настолько, то, ну, я думаю, это часа 2-3. Прогноз говорит, что дождя нету, но... Он ошибается. Вот так у нас закрыто было, видим, на какой территории. Хочу сказать, что эта парковка была на самом деле безопасной, потому что здесь есть периодически люди, приезжающие на машинах. Можем посмотреть, что машины здесь с большего адекватной. Это говорит о том, что люди не грабители. Вот если ты встанешь в деревне, один, вот как мне Лилия предлагала, на таком домике, то, скорее всего, конечно, тебе потом кто-то пьяница подойдет, подергает ручку. Такое возможно, тем более в субботу. А здесь ты как будто приехал на рыбалку просто на микроавтобусе. Имейте в виду, хорошее место, защищенное, где мы спокойно поспали. Единственное, что только ездили периодически утром рано машины. Пойдет спрятаться все же в домик, то дождь. Друзья, имейте в виду, очень вот классная тема, видите, есть бортик. Вот тоже желательно, чтобы столешницы делать с бортиком небольшим. Ну, здесь, по крайней мере, он имеется, но это не такой, как и там. Тогда ты мог бы оставлять и ехать, а так приходится все убирать по полкам, так, чтобы это не упало. Поэтому имейте в виду, что можно было бы что-нибудь предусмотреть такого. Ладно. Друзья, мы доехали до Меловых. Тут даже вон мусорка есть, молодцы. Наш красавчик. Вот, я же взял даже гидрокостюм с собой. Ну, что-то такая погода, думал, сейчас будет жарище. Хер с два. Ладно, пока дождя нету, хоть полетаем дроном. У нас дрон потерялся. Что-то в одну сторону просто ляп, как поехал, и все. Первое мое, кстати, такое дронопадение. Сейчас будем искать, куда он залетел. Он гудит. О, вот он. Такая холодная, ляп. Но уже кто-то купался, однозначно купались. Ева, нет, иди отсюда. Ух. Хорошо, что у меня есть гидрокостюм. Ух, вода пошла наверх. Ух, сука, холодно. Даже в этом гидрокостюме. То пока сейчас вода нагреется в нем же. Пошел туда! Что?
смотрите, вот ребята тут подъехали на Nissan Patrol, и у них наверху палатка раскладная. Неплохой вариант. Сильный бампер. Палаточка такая, которую раскрываешь и наверху спишь. Смотрите, прикол. Они забыли закрыть дверь. Я только что их догонял и предупреждал, что дверь открыта. Вот, пожалуйста, можно и так путешествовать. Но мы поехали дальше. Сейчас мы едем в сторону Минска. Это завод калий. Удобрений, калийных удобрений. Одно из самых богатейших предприятий в Беларуси. Наши минералы и удобрения даже в Китае используют. Так что, как бы, житница Белоруссии. Дудутки! Прикидывайте, здесь даже есть электричество. Мы стоим на кемпинг-месте. Значит, дудутки. Типа деревня старого стиля. Какая-то. Это деревня, где раньше жили белорусы. То есть она просто ее сделали. Типа по тому принципу, как раньше жили. Но честно, с виду кажется, что это какое-то разочарование. 14 рубасов, то возьми-ка и положь. А это получается в районе 5 долларов или 6 человека взрослого. Что тут имеется? Значит, мельница, дом завхозника, храм, стол заказов, администрация, кафе «Дудутки», сыроварня, птичий двор, бровар, бар, школьное кафе, дальше. Ладно, короче, здесь можно протестировать сыроварню, так что идем сыр пробовать. 32 наименования можно зайти. Все, что нам дали на 28 рублей. Да, не густо. Заготовка. Ой, иначе уже крутится. Одновременно даем и так, и так. Попробуйте сами. Так. Постепенно глина начинает расти. Опять два пальца. То же самое. Ну ты ничего не чувствуешь, просто глина крутится по пальцу. На котором будет стоять. Угу. Красота. Естественно. В гончарню пойду. Тебе иди. Ты похож на мясника. Класс, она такая увесистая. Угу. Теперь у нас есть две чашки. Я буду пить из этого кубка. Путь по Беларуси. Сейчас у нас город-герой Минск, где мы побываем, как обычно, на суперкрутом море, это Минское море, и покатаемся, походим на яхте. Не переключайся, ставь лайк, а если не подписался, подписывайся. Мы добрались, опять Минское море, все же в Беларуси оно есть. Сегодня мы оседлаем какую-то яхточку. Мы сейчас опять обратились к Андрею. Напомню, это парус 5.by.
Андрей профессиональный яхтсмен, также он проводит обучение для получения удостоверения. Очень многие у меня спрашивают, нужны ли права для яхты. Если частная яхта, то в принципе не очень. Но если вы никогда не ходили на яхте, но очень хотите, то, конечно, я рекомендую, чтобы вы обязательно заканчивали курсы яхтсмена и получали удостоверение. По крайней мере, лишним это не будет. Ну и плюс для вашего опыта. Поэтому сейчас Андрей проводит инструктаж. Пошлите кататься. Приятное чувство на лодочке, тебя так покачивает, так хорошо, да, сразу. Майорка, маленькая Майорка, сразу вспоминается Майорка, Греция там. Сейчас хочется открыть бутылочку белого и вперед. А это моя Маргоша, друзья. Если кто не видел, как я бороздил просторы на яхте, и у меня была собственная яхта, чтобы вы понимали, то, конечно, воспоминания. Смотрите, как классно, как уютненько здесь. И это, друзья, вы можете все арендовать, попробовать, почувствовать, прощупать. Если ваша мечта как раз яхтинг, и вы не знаете, с чего начать, то я скажу, что самый простой способ, это, конечно, найти яхту где-нибудь рядом с вашей локацией, походить, попробовать, попутешествовать немножко, день-два там. Это можно сделать, можно так арендовать. Это будет дешевле стоить, чем потом разочарование продажи яхты. Самое непостоянное ветродувание, да, так как на озере маленьком. Почему? Потому что мы находимся высоко достаточно и берега близко. Высоко я в плане над Балтикой, 200 с лишним метров. Получается, из-за этого ветер, который вверху, он постоянно меняется. А здесь за счет того, что рельеф местности разный, ветер меняет направление постоянно. Обычно пьяных клиентов больше всего просят руля. Да, типа, а угла можешь? Друзья, если вы не знаете, какой сделать интересный, прекрасный подарок на годовщину, так вот, пожалуйста, Парус 5 Бай предоставляет такую возможность. У-ху! Если смотришь, да, все же яхта, это как дом на колесах. Конечно, круто, когда ты не USB сделал. Вот я сейчас уже немножко начинаю жалеть эту воду, а сделал вот из нормального дерева. Фанеры. Потому что видим, что здесь какие дом на колесах, тоже защелки используются, да, есть электроника. Видим, что здесь есть даже открытые полки, просто чтобы не падали. Везде с бортиками обязательно. Двери, опять же, просто закрывающие, с обычными петлями. То есть это те люди, которые будут строить дом на колесах, вот вы можете также использовать, как и на яхте. То есть перегородки мы можем посмотреть здесь. Все очень просто. Яхтенная тема и домостроение, они очень близко. То есть, пожалуйста, вот он насосик, видите, стоит. Это у нас рундук. У яхты, смотрите, видите, вообще просто. То есть просто лежит эта доска. Ну, или фанерка. То же самое здесь. Здесь у нас защелочка. Также система люка. Открыл, повернул, закрыл, да, люк. Тут уже кто-то что-то подломал, но
То есть такой механизм можно приоткрыть, можно защелкнуть сильнее. Выключатели такие же самые, как доми на колесах. Единственное, что чуть-чуть уже по сравнению с моим высота, но это опять же зависит от размера дома на колесах. Дальше, смотрите, биотуалет такой же, как у нас. Умывалочка небольшая. Кстати, биотуалет надо прикрыть. Да. Умывалочка такая небольшая. Здесь слив воды просто идет. Это как мрамор, как-никак. Типа мраморная крошка сделана. Под мраморную крошку, конечно, это не из этого материала. Элементарно, видите, какие. Никто не делает в яхтах. Ну, есть лакшери, где ты на амортизаторах или на механизмах этих ставишь. Здесь просто, вот видите, веревочка. То есть очень просто, элементарно сделано. Здесь у нас плита газовая, на защелках, опять же фанера. Но фанера именно, не ДСП, а обязательно фанера, потому что вода все равно используется. Здесь у нас есть такой небольшой еще гробик, то есть это двухспальная кровать. Полочки открытого типа и обязательно всегда с такой перегородочкой. Смотрите, видите, перегородочка. Поэтому это хороший вариант и довольно интересный вариант делать такой план уже, перенимая концепт с лодки у себя дома. То есть я уже сейчас хочу, конечно, облагородить и сделать декор, возможно, где-то закрасить, сделать столешницу у себя на доме на колесах. Тот же самый, смотрите, стол, да, то есть открыл, здесь есть вот такие задвижечки, все очень элементарно и просто, и вот вам столик. Обязательно столики есть упоры. Надо, убрал, закрыл, все, шикарно. Вот если есть возможность финансовой, по какой-то поддержке, то смотрите, какой очень интересный холодильник. Он вертикальной загрузки, но главное, что он на 12 вольт, друзья. Также здесь мы можем видеть умывалку с поднимающимся краном, ну и, соответственно, водой для удобства. Все продумано, все минимализировано и очень удобно. Поэтому принимайте опыт. Спасибо, что воспользовались нашими авиалиниями. Вот, и до новых встреч. С вами был капитан. Капитан Баян Андрей. Капитан Баян. Ну как, вам понравилось? Очень безумно понравилось. Спасибо Парус5.бай за прекрасное путешествие, которое они организовали. Плавайте, не жалейте. Самый довольный зритель. Ребята, все, наверное, мечтают о передвижном доме. Так вот, мы сейчас находимся на плавучем передвижном доме. До этого мы катались только на яхте. А здесь такие хоромы. Вот если у вас есть возможность что-нибудь подобное построить, почему нет? Показываю. Просто офигенно. Смотрите, какой видище. Какой здесь хочется добавить траходром. Пип! Какой охрененный вид, Лиля, ну это вообще шикарно, да? Да. Вот я это я понимаю, Пати. Я, кстати, снаружи, тоже снаружи, да, кажется, такое, что-то не очень, мы потом пока... Даже натяжные потолки. Вау! Не, пошли дальше смотреть, ребята. Не, ну опять да. Охрененное видище, хочешь поплыл? Кстати, в Америке есть на самом деле культ, в Америках вообще, в США, если быть корректнее, есть множество культов различных домов на воде, домов на колесах, те же яхты. И вот в Америке, в США, опять же, есть дома на воде, это вот такие квадраты, которые передвигаются только по каналам. Естественно, ты в море в них не выйдешь, на море, но можешь передвигаться. Значит, здесь у нас, друзья, кухня. У нас есть гостиная, камин, у нас есть, сука, камин. На самом деле нет, это баня, сделана под эту тематику. Вообще, мы находимся с вами в передвижной бане. Вау, 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 вау. Вау, ничего себе, смотрите, какие... О, фанерочка какая классная, надо вот так себе дома сделать.
Офигенно. Ух ты! Даже есть типа иллюминатор, класс. Так. Так, сегодня с суфлированием Лили. Ух ты, смотри, как круто. Охрененно, молодцы, бутылки, все. Так, друзья, захотели баньку посредине Минского моря? Пожалуйста, все на ваш вкус, на ваши потребности и желания. Не, ну круто. Ребята доделают, будет классно. Мне нравится. Мы сейчас находимся... Ева, иди, получила дверью балда. Сейчас выбираем место, где бы встать. Вон Андрюха пошел в свой вечерний заход. Вот так мы решили припарковаться с таким прикольным и красивым видом. Может, надо наоборот мордой туда поставить. Сейчас мы решим. И будем так вот ночевать. Надеюсь, нас никто не потревожит. Что мы опять припарковались вот с таким видом. Опять заработанная ошибка. Не хватает освещения вот тут. Я поставил маленький диодик. Тут диодик. Как смотреть москитную сетку? Просто накидываешь наверх и закрываешь дверь. Здесь, конечно, тоже нужна москитная сетка. Скажу честно. Ну и вот такие мелочи, надо крючочков очень много. То есть, например, здесь крючки, потому что можно вешать какие-то кофты. Здесь крючок, здесь даже можно крючок, здесь крючок, здесь крючок. Короче, крючков чуть ли не везде надо. Не надо экспериментировать. Я вот такие сегодня купил. Я их разрежу. И будут такие красивые, декоративные на двух сторонах скотч. Когда человек никогда не путешествовал в жестких условиях, он все время просит благо человечества. Вот мы настолько не задумываемся, что мы привыкаем к этому. Или говорит, а где мне взять дуршлаг? Мне же у нас есть макароны. Вот, все возможно. Ну, друзья, спокойной ночи, до новых встреч. И завтра, надеюсь, у нас будет много чего интересного.